Ну, рассказывай, выключай свой звук, рассказывай, что ты нам хотела рассказать. Я хотела вам рассказать, то есть, что сейчас очень много людей, которые хотят быть популярным, например, как Компот. Угу. Ну-ну. И они берут, например, либо скины, либо воруют видео с этим, воруют подписчиков и лайки. Ну ты не такая же, да? Нет. Ты хорошая. И у них нет шансов, да? У них нет шансов. А у тебя? У меня есть. Есть? Да. Ну? И поэтому надо не воровать видео, потому что если ты своруешь видео, то тебя могут посадить в тюрьму. Или забанить. Да, забанить. Но ты же не будешь такого делать? Нет. Ты будешь свой контент пилить, да? Да, свой. А еще я скоро запилю новый контент, где буду показывать, что я делаю в Майнкрафте. Прям всем-всем покажешь? Да. Ну, говори тогда всем пока, за тебя уже спать пора ложиться. Всем пока! Это был канал Котики на Котике.